сейчас к нам подошел Дмитрий Каюмов, игрок «Факела». Дим, мы поздравляем вас с забитым мячом, но тем не менее у «Факела» сегодня поражение. Что не получилось, хотя начали-то очень хорошо, минут 20 преобладали на поле. А не получилось, самое главное, забить больше, чем «Балтика». Не получилось в первом тайме, был контроль мяча, но, к сожалению, они плотно играют в обороне, не получалось создавать голевые опасные моменты, не было последнего паса, завершающего удара, поэтому команда использовала два момента, забила два гола, выиграла. Мы контролировали весь ход игры, играли первым номером, но, к сожалению, допустили ошибки, пропустили контратаки, стандарты, пропустили, проиграли. Скажите, как настроились на матч с «Балтикой»? Вы знали результаты? Конечно, поединок, допустим, Тамбова и Тосно. Или старались от этого отстраниться? Нет, мы знали, что была задача выиграть все оставшиеся матчи, и тогда была надежда попасть в стыки, то есть мы каждые три матча были для нас как последние, только выходить и выигрывать, и только так мы могли попадать в стыки, но, к сожалению, что-то сегодня не получилось.